Здравствуйте, я Сморёв Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы и сети МГТУ имени Баумана. Этот курс языки интернет-программирования сегодня у нас третья лекция, посвященная основам языка программирования Ruby. На сегодня мы рассмотрим основные возможности данного языка, мы рассмотрим синтаксис данного языка, основные выражения, частично рассмотрим некоторые базовые классы. Что можно сказать о языке программирования Ruby? Ну, прежде всего, это один из самых распространенных языков для веб-программирования, который сейчас используется. Естественно, есть некоторые особенности в региональных рынках, и надо сказать, что основная область распространения этого языка — это североамериканский и западноевропейский рынок программирования. К сожалению, в России он не столь популярен, как в этих странах, относящихся к данным регионам. Автором данного языка является Юкихиро Мацумото. И надо сказать, что первая версия официально считается выпущенной в 1995 году, но дело все в том, что в 1995 году она была выпущена на японском языке, и о ней никто ничего не знал. То есть реально язык стал распространяться тогда, когда появилась документация на английском языке, и произошло это уже в 2000-х годах. Текущая версия данного языка — это версия 2.5. Значит, версия обновлена в прошлом году, ну и то, что мы будем рассматривать, будет уже частично относиться к данной версии. По сайту языка основные материалы, естественно, это rubylang.org. Есть хороший интерактивный учебник, это try-ruby.org. Что можно сказать о данном языке в целом? Это язык сверхвысокого уровня. То есть по другим языкам программирования, если мы рассматриваем такие языки программирования, как C, C++, Java, это языки высокого уровня. Ruby относится к языкам сверхвысокого уровня. То есть уровень концепций и уровень абстракции данного языка еще выше, чем в языках типа C, C++ или Java. Язык является чистым объектным языком с динамической типизацией. Язык является универсальным. То есть, в принципе, писать на нем можно любые программы, которые относятся как к скриптам администрирования операционных систем, веб-приложения, графические программы с любым интерфейсом при помощи соответствующих системных библиотек, которые также можно подключать к данному языку программирования. Но основная область его использования сейчас — это веб-приложения. На этом слайде я попытался донести основные идеи. То есть, строго говоря, то, что здесь представлено, оно не является формальными идеями, выставляемыми сообществом разработчиков Ruby, но, зная эти концепты, это делает возможным понять смысл данного языка. Язык относится, с одной стороны, к достаточно простым языкам программирования, с другой стороны, он относится к языкам с высоким порогом вхождения. То есть существует большое количество языков программирования, которые разработчики понимают гораздо проще. То есть есть определенные нюансы, не поняв которые, сложно понять данный язык программирования. Но при этом он остается очень простым. И первый тезис, который здесь есть, текст программы — это текст на естественном языке, понятный человеку. То есть эта идея вроде бы простая. Но дело все в том, что большинство других языков программирования относятся к этому очень вольно. То есть программист в других языках программирования — это человек, который переварить что угодно, ему можно давать любой синтаксис. Концепция Ruby заключается не в этом. Концепция Ruby заключается в том, что текст программы должен быть читаемым на естественном языке. Но, естественно, поскольку он был ориентирован на английский язык, считается, что программист в первую очередь должен понимать английский язык. То есть это первый момент, который резко контрастирует с другими языками программирования. Другой момент. Есть переменные и константы, и они ссылаются на объект. То есть вроде бы тоже простой тезис. И он относится также ко всем динамическим языкам программирования, но здесь его следует выделить. То есть переменные и константы — это некие идентификаторы, с одной стороны, которые ссылаются на объекты с другой стороны. Объект здесь — это основная сущность, потому что язык является истинно объектным. То есть все модели, все структуры данных, которые здесь есть, представляют собой объект. Но сразу даю поправку, что то, о чем я сейчас говорю, это прежде всего это модель языка программирования. Не то, как он сделан внутри, а то, как программист, который работает с этим языком, видит этот язык. Здесь объектом является все, включая код метода. Но об этом также буду говорить чуть позже. Значит, объект имеет методы и свойства. Причем свойствами могут быть переменные и константы.
А методы, в свою очередь, при вызове порождают новые объекты. То есть любой объект порождается результатом выполнения метода. И надо сказать, что в этом языке практически нет исключений. То есть его конструкции очень простые, и я постараюсь донести это до вас в процессе объяснения. Все конструкции, которые похожи на методы, они на самом деле являются с точки зрения его модели методами. У него практически нет исключений, у него нет каких-либо служебных слов, например, которые образуют область, внутри которой код не выполняется. То есть если есть что-то синтаксически похожее на метод, оно с точки зрения модели является методом. Имя метода означает действие. То есть когда мы пишем на данном языке, мы всегда выбираем такое имя, которое максимально выражает смысл этого действия. Это один из тех моментов, за который Ruby очень сильно критикуют, в особенности те, кто пользуется ограниченными языками программирования. То есть, что это значит? У Ruby одно и то же действие можно сделать очень большим количеством способов. Значит, с одной стороны, с точки зрения типичного программиста, это избыточность. Но с точки зрения первого тезиса, что текст — это текст программы на естественном языке, мы не пользуемся ограниченным набором слов, как там Элочка-людоедка, например. Мы используем всю полноту языка. То есть мы всегда, когда хотим описать какое-либо действие, выбираем то слово, которое наиболее близко по применимости вот к данной конкретной ситуации. Именно поэтому у Ruby может быть там, по 5-10 синонимов на один и тот же метод, который делает абсолютно одно и то же, но вы выбираете ровно тот метод, который соответствует смыслу в данном конкретном случае наиболее оптимальным образом. Ну и последний тезис, он называется сокращенно DRY или Don't Repeat Yourself, в целом тоже банальность, но здесь это говорит о том, что вы должны максимально использовать тот код, который вы уже написали, и вы не должны повторять себя. То есть DRY в переводе с английского — это сухой. Можно было бы также отнести к концепциям языка так называемую утиную типизацию. Она тоже относится не строго к Ruby, а ко многим языкам программирования. Смысл утиной типизации — если объект себя ведет как утка, если он там крякает как утка, ходит как утка, летает как утка, то считаем, что этот объект — утка, независимо от того, какого он типа. Что я здесь не упомянул? Что вообще-то при вот такой стройности языка и при таких концепциях в основе его лежали идеи языка Perl, который был очень популярен в 90-е годы. Но, по сути, на тот момент это был наиболее развитым скриптовым языком программирования. И помимо него в начале 90-х годов начал развиваться язык Python. То есть в отличие, например, от языка Python, Ruby был разработан изначально как объектный язык программирования. Python до сих пор имеет несколько кривоватые конструкции. То есть этот язык не был разработан как объектный. И опять же, если вы знакомы, например, с программированием на языке C, то в этом случае, наверное, вы видели современные библиотеки и попытки писать объектные расширения на C. То есть в этом смысле Ruby является чисто объектным языком программирования, и он был достаточно современно на тот момент времени. В целом программирование развивается по спирали, поэтому сказать, какие идеи программирования будут популярны, например, через 5-10 лет, достаточно сложно. Но Ruby — это тот язык программирования, который исповедует чистые объектные модели, чистые объектные принципы, объектные модели его заимствованы из языка Smalltalk. Базовый синтаксис — это прежде всего 7-битная ASCII-кодировка, то есть основная латинская раскладка. Но надо сказать, что в Ruby, начиная с версии 1.9, появилась возможность использования Unicode. О чем я забыл упомянуть? Я забыл упомянуть, что определенная вроде уникальность данного языка — это то, что за все 20 лет развития он не претерпел существенных изменений. Его развитие эволюционное, поэтому программы, написанные даже 20 лет назад, с большой долей вероятности будут работать на нем сейчас. Переход между 1.8 и 1.9 он был обусловлен тем, что до версии 1.8.7 включительно Ruby был интерпретатором, и его критиковали за то, что он был медленным. 1.9 и далее — это, по сути, уже компилятор на лету. Он стал быстрым. Больше претензий по скорости к нему, ну, тех, которые были ранее, к нему нет. Они теперь, в сущности, такие же точно, как ко всем остальным динамическим языкам программирования. Комментарии строки могут быть в любой кодировке, хотя, строго говоря, не рекомендуется использовать что-либо в комментариях, отличное от английского языка, потому что разработка сейчас, как правило, международная.
И программа всегда выполняется сверху вниз. Какой-либо отдельной главной функции здесь не существует. Код внутри методов будет выполняться тогда, когда управление достигнет этих методов. Но здесь есть некоторые особенности, об этом я тоже скажу. Зарезервированных слов здесь не так много, и привожу я их скорее просто для того, чтобы показать, что здесь ничего нет страшного. Выражения. Очень похожи на выражения других динамических языков программирования. Например, если мы хотим создать какую-либо переменную, нам достаточно написать a равно там, 5 или a равно b плюс 5 при условии, что а у нас уже была, точнее не а в данном случае переменная b у нас уже была создана. Ну, то же самое, там, создать переменную b, которая хранит результат вычисления c умножить на a. Если вы хотите записать все в одну строчку, вы можете использовать точку запятой. Точка запятой является опциональной. Но, строго говоря, вот такой стиль не является рекомендованным, потому что он затрудняет чтение. То есть помним, что у Ruby на самом первом месте, что программа должна восприниматься как текст на естественном языке. Не на языке программирования, а на естественном языке, на человеческом языке. Поэтому, конечно же, читаемость, воспринимаемость, ясность, ну и лаконичность — это все относится к Ruby. Составное выражение пишется в скобках. Есть понятие блока. Причем блок — это либо фигурные скобки, как в C-подобных языках, либо do-end, как, например, в языке Pascal. Об этом несколько слов позже. Почему здесь операторный в кавычках? Да потому что это один из тех самых моментов, которые вызывают у разработчиков, которые пришли на Ruby, некоторый диссонанс. Здесь этот блок не является операторным блоком в понимании, например, JavaScript, понимании C или Java. На это следует обратить основное внимание, потому что именно понятие этих концептов ведет к тому, насколько легко вы сможете оперировать данным языком. Комментарии. Однострочный, как в скриптовых языках программирования, символ решетка. То есть то же самое. Bash, то же самое Python, то же самое Perl. Если вы хотите многострочный комментарий, равно begin, равно end. Причем здесь никаких не должно быть отступов. Значит, равно начинается сразу с левой стороны. Все то, что находится между равно begin до равно end, воспринимается как комментарий. Для того, чтобы облегчить читаемость, есть определенные правила именования. И надо сказать, что под правила именования подпадают как переменные, так и методы. Вообще-то здесь очень много унаследовано было от языка Perl. То есть идея была в том, чтобы обеспечить легкий переход программистов от языка Perl в язык Ruby. Поэтому здесь есть некоторые пережитки, типа, например, переменных, глобальных переменных с символом доллар. И в том числе есть множество переменных, которые перешли из языка Perl, но здесь они используются только для совместимости. Если хотите, используйте, если не хотите, не используйте. Первый тезис. Если идентификатор начинается со строчной буквы, как здесь, то это не что иное, как локальные переменные. Если вы хотите разделить слова в имени идентификатора, вы используете символ подчеркивания. Это называется snake style, то есть змеиный стиль. Стиль, при котором каждое слово начинается с большой буквы, называется camel style. Он используется в языке типа Java, но в данном случае мы используем snake style. Значит, если используется знак доллар, мы говорим о глобальной переменной. Если символ — это коммерческая, ну или как принято у нас говорить, символ собака, это переменная экземпляра класса. Два символа — переменная, которая будет доступна для всех экземпляров класса, то есть относится ко всему классу. Если первая буква прописная, неважно, какие все остальные, главное, какая будет первая буква. Это значит, что это константа. И, соответственно, Ruby будет проверять, можете ли вы что-либо записать, точнее, если вы попытаетесь записать что-либо поверх, то он не позволит это сделать. Если же вы хотите использовать в верхнем регистре, но это тоже наследие языка Perl, но при этом хотите использовать заменитель строчной буквы, значит, подчеркивание, символ подчеркивания — это заменитель строчной буквы. И в этом случае это также является локальной переменной. Методы. Первое, что здесь следует отметить, что поскольку язык является чисто истинным объектом,
Значит, в этом случае не бывает простых функций, которые не привязаны ни к какому объекту. Даже если вы декларируете метод вот таким образом, то на самом деле это означает, что данный метод будет присоединен либо в пространство класса Object, а все объекты здесь, все классы являются потомками Object, либо в контекст текущего выполнения. То есть это экземпляр класса Object. Вы можете создать метод, который принимает аргумент, так же, как и JavaScript, нет явного указания типов. Ну, потому что динамическая типизация, потому что тип появляется только тогда, когда появляется значение. То есть переменная ссылается на некоторый объект, до тех пор, пока она не сослалась, типа нет. Возврат значения, либо return, либо взять результат последнего выполнения. То есть это еще один концепт для Ruby, который сокращает код. То есть не надо писать то, что очевидно. Вы можете явно написать слово return, если оно не требуется. Но здесь почему оно нужно? Да потому что здесь написано несколько последовательных действий. То есть мы приняли переменную x, и в зависимости от ее значения результат будет присвоен y. Причем здесь используется форма модификаторов. Значит, именно поэтому мы не можем здесь обойтись без return, поскольку результатом последней операции может быть либо присвоение, либо false как результат сравнения. Но если мы перепишем это в форме тетрарного оператора сравнения, мы можем оставить в одну строчку. Всегда балансируем между краткостью, лаконичностью кода и читаемостью. То есть одна из проблем, когда программист начинает осваивать язык программирования Ruby, после того, как появляется некоторый опыт его использования, возникает желание все писать очень и очень коротко. Но на самом деле это не всегда хорошо. Надо балансировать. Вызов метода. В общем-то, мало чем отличается от вызова метода в других языках программирования. Но в данном случае метод у нас присоединен к контексту object, то есть он вызывается без указания конкретного объекта, без спецификации точки. Но теперь перейдем к такому пояснению. Значит, как я уже говорил, мы работаем с концептами переменная, константа, объект, и методы порождают объекты. Значит, что мы видим? Если мы создаем какой-то идентификатор и пишем, например, p равно какому-то значению, это значение представляет собой объект. С точки зрения модели Ruby нет никаких простых типов. Но здесь, опять же, обращаю внимание, что я говорю сейчас о модели данного языка, я не говорю о том, как реализовано внутри. То есть внутри очевидно, что если вы хотите получить скорость, то простые типы все же имеет смысл делать близкими к машинной архитектуре. Но с точки зрения модели языка мы говорим об объектах. То есть, когда вы пишете такое выражение, это означает, что вы создали объект 3.1415, значит, в этом случае создан объект с точки зрения модели языка, и переменная p ссылается на этот объект. Переменная здесь я сказал неправильно. Она начинается, естественно, с большой буквы, это говорит о том, что это константа. То есть идентификатор, который говорит о том, что это константа. Если мы напишем a равно 5, отличие буквы первая маленькая, это говорит о том, что a — это не что иное, как переменная. Мы создали объект 5, типа integer. Если мы напишем b равно a плюс 3, это означает, что для объекта, на который ссылается переменная a, мы вызовем метод, который называется плюс, применим в качестве аргумента объект 3, и результатом выполнения метода 3 будет порожден новый объект 8. На этот объект мы выставим ссылку. То есть вот что значит с точки зрения Ruby, с точки зрения модели Ruby, a плюс 3. Казалось бы, обычная арифметическая операция над числами. Но нет, это порождение нового объекта. Опять же, это только с точки зрения модели языка, потому что если мы будем говорить о том, как реализован внутри, естественно, этот подход приведет к тому, что у нас все будет очень и очень медленно выполняться. Поэтому касаемся только модели языка. Если же мы создадим объект, например, вот таким образом, переменная str, присвоим hello, то есть мы создали объект строка. И, например, следующей строкой мы создадим переменную str2, выполнив метод substitute, то есть substitute — это замена, замена буквы e на буквы a. Допустим, не хотим видеть английское приветствие, хотим получить немецкое приветствие. Значит, для объекта hello мы применили его собственный метод substitute, заменили символ e на a,
Причем заменили только первое вхождение, потому что substitute заменяет только первое вхождение, в отличие от global substitute. И создали новый объект hello. Этот объект hello в данном случае дал ссылку, которая записана в переменную str2. Есть ли какие-нибудь вопросы? Определять тип переменной нам не надо. Понятие адреса здесь скрыто. То есть всегда, когда мы говорим о присвоении Ruby, мы на самом деле имеем в виду, что у нас идет ссылка. То есть очень простые концепции. Есть идентификатор. Идентификатор — это переменная либо константа. Есть методы. Методы порождают объекты. То есть именно это я пытался донести на вводном слайде. Дальше. С точки зрения синтаксиса. Ruby — один из тех языков программирования, у которого очень гибкий синтаксис. И, например, методы. Если вы делаете методы, вы можете использовать скобки, вы можете не использовать. То есть все идет в сторону читаемости. Если для улучшения читаемости надо добавить скобки, вы их ставите. Если не надо, вы пытаетесь построить фразу как в естественном языке. То есть когда вы пишете что-либо на естественном английском языке, например, вы скобки не ставите где попало. Также и здесь. Вы можете написать без скобок, со скобками, с аргументами. Например, аргументы могут быть в скобках. Но вот здесь пробел ставить не рекомендуется. Он здесь поставлен просто для того, чтобы акцентировать внимание. Была особенность в версиях до Ruby 2.0, которая заключалась в следующем. Если вы пишете выражение, например, x равно y плюс x, здесь все нормально. Объект, точнее, переменная x получит ссылку на результат сложения объектов, которые ссылались y и z. То же самое будет, если вы не поставите пробелы. То же самое будет в том случае, если вы напишете y плюс пробел z, ну потому что действие мы интерпретируем как метод, вызываемый к объекту слева, но оно не будет работать в Ruby до версии 2.0, если вы напишете вот так. Значит, почему оно не будет работать? Оно не будет работать по вот этому принципу. Потому что плюс в данном случае будет воспринят как унарный плюс. То есть то же самое, что, например, минус 5, как плюс 5. Типичный пример унарных операторов. И плюс z будет воспринят как просто z. То есть это будет интерпретировано старыми версиями Ruby как вызов метода y, которому в качестве аргумента передан объект, на который ссылается переменная z, после применения унарного оператора плюс. Но сейчас они переделали эту модель, и теперь приоритет за операцией. То есть если Ruby видит, что это операция над числами, то они будут восприниматься как операция над числами. Но, естественно, этот синтаксис, он скорее ошибочен. Просто он приводил несколько в ступор новых разработчиков, поэтому они решили отказаться от такого подхода. Следующий момент. Достаточно строгое правило именования. На самом деле Ruby его не проверяет. Прежде всего, вы пишете это сами, но это позволяет писать такой код, в котором имя метода позволяет понимать, что делает этот метод. Могут быть суффиксы — вопросительный знак либо восклицательный знак. Вопросительный знак означает, что метод является предикатом. То есть вызов этого метода отвечает на вопрос «да» или «нет». Ну, поэтому вопросительный знак. Ну, логично. То есть, естественно, если мы что-то спрашиваем в естественном языке, не языке программирования, мы всегда задаем вопрос и ставим вопрос. Если же мы ставим восклицательный знак, то это означает, что этот метод является исключением. То есть, как я вам уже показал до этого, идея заключается в том, что любой метод создает новый объект. Если же метод имеет восклицательный знак, это значит, что этот метод модифицирует сам объект. То есть он опасен. И это предупреждение. Ну и примеры. Например, empty. Если мы вызовем просто empty, ну это будет говорить непонятно о чем. Ну, скорее всего, о том, что надо создать пустой объект. А если мы спрашиваем empty, то есть пустой ли объект, это понятно. Значит, возвращает этот метод true или false. То же самое, non-zero. Не пустой ли? Не нулевой ли, правильнее здесь сказать? Метод делится восклицательным знаком. Что он делает? Ну, логично, раз восклицательный знак есть, то он удалит текущий объект. Если мы вызываем метод delete без восклицательного знака, то это означает, что будет создан новый объект, который будет пустым. То же самое truncate. Truncate с восклицательным знаком, например, отсечет текущую строку. Ну и, например, remove name отсечет текущую
текущее имя или еще что-то. То есть это соглашение об именовании, которое не является строгим, но если вы хотите, чтобы вас понимали другие разработчики, следует его придерживаться. Исключений вообще-то очень немного. Приоритеты операций. Здесь, надо сказать, есть операции, которые взяты из языков C-подобных, и в то же время есть операции, которые взяты, ну, тут, например, вам знакомы вам по Паскалю. Для чего это сделано? Вы в каждом конкретном случае выбираете, что вам лучше подходит для улучшения читаемости. Ну, большинство разработчиков все же привыкло сейчас к таким информационным методам. Но здесь есть приоритет операций. И об этом приоритете надо помнить. Значит, если вы напишете a равно тест, b равно nil, nil — это пустой объект для Ruby, далее выполните вот такую операцию, то есть попытаетесь сделать логическое пересечение a и b, b — nil, значит, итог both даст nil. Если вы напишете оператор AND, что получится? Мы увидим, что операция присвоения в данном случае, она является более приоритетной, чем операция AND. То есть выполнится присвоение both равно A, после чего будет проведено пересечение результатов, которые никуда не записаны. То есть здесь все достаточно просто. Но если вы поставите приоритетные скобки, то все будет как надо. По системе типов. Этот пример мы разберем чуть позже. Здесь он приводится только для того, чтобы показать, что Ruby имеет полный доступ к своей объектной модели. То есть, выполняя программу на Ruby, вы всегда можете получить полную информацию о том, какие классы в данный момент загружены. Потому что на самом деле классы — это тоже экземпляры определенных объектов, определенных типов, определенных классов. То есть из Ruby можно построить программу, которая вызовет генерацию соответствующего скрипта, который мы можем отрисовать при помощи граф vis и утилиты dot в такую диаграмму. То есть корни, класс, object. Все, что есть в Ruby, является потомками object. Значит, у Ruby есть целая ветвь численных классов. То есть сейчас она подсократилась, но в принципе зависит от того, с какой версией Ruby вы работаете. Вот эта ветвь, она в принципе имеет право на существование. То есть числа с плавающей точкой, числа целые без ограничения разрядности, рациональные, комплексные, прочие, их достаточно много, в том числе и специальные случаи. Строки, массивы, ассоциативные массивы, дата, время, структуры. Обратите внимание, false, true и nil. Специальные классы, на основе которых создаются специальные значения false, true и nil. То есть для Ruby нет, с точки зрения его модели, никаких простых типов. Числовые литералы. То есть числа, записанные в коде. Ну, мало чем отличается от других языков программирования, за исключением полезных форматов, типа вот такого. Бухгалтерский формат, когда вы можете разделить разряды символами подчеркиваний. То есть сделано для того, чтобы легче воспринимать. Ну, потому что числа записаны одинаково, но, например, вот в этом числе вы даже не сможете сказать, сколько разрядов, если просто на него посмотрите. Во втором случае вы сразу можете сказать, что у вас три группы по три. Если вы ошиблись в написании такой константы, то вы это сразу же заметите. Из некоторых специфических операторов, специфических для Ruby, которые могут быть полезны. Множественное присваивание. С одной стороны оно есть, с другой стороны его ругают стилем и говорят, не используйте. Можем написать a,b равно c,d. Значит, с точки зрения модели языка, что это значит? Мы присваиваем поочередно переменным или идентификатором, который находится слева, те объекты, на которые ссылались идентификаторы, которые находятся справа. То есть a,b равно b,a. Вспоминаем слайд, на котором я доводил то, что любой идентификатор является ссылкой, идентификатор в смысле константы или переменной, является ссылкой на некоторый объект. То есть с правой стороны у нас находятся объекты. Мы по ссылкам получаем объекты и выставляем эти ссылки на соответствующие, точнее в переменные выставляем эти ссылки. Переменные у нас получают новые ссылки на объекты, которые находятся в соответствующих позициях справа. Ясен ли этот момент? То есть то, что у нас четко разделяются ссылки и объекты, то есть переменные, константы и объекты, на которые не ссылаются, позволяет нам делать вот такую конструкцию. Оператор диапазона. Ну, достаточно полезный оператор. То есть мы можем задать как перечисление всех значений от 1 до 10, либо с тремя точками, не включая последнее значение. Мы можем всегда спросить у переменной, определена ли, есть метод defined, то есть предикат.
Он является определенным исключением из правила, что, несмотря на то, что это предикат и вопросительный знак, его значение не только true или false. То есть он дает nil, когда переменная не определена, в противном случае он говорит, кем она является. Но это скорее исключение, обусловленное тем, что этот метод был создан на заре создания самого Ruby, когда не все концепты еще были хорошо продуманы. Хотя, в общем, при всем при этом, надо сказать, что Ruby один из тех языков, который сохранился неизменным за последние 20 лет. То есть это говорит о том, что изначально он был очень и очень глубоко продуман. Операторный блок. Вот начинаем доходить до одной из ключевых сущностей Ruby. То есть блок. Что такое блок? Операторный, обращаю внимание, в кавычках. Потому что это не тот операторный блок, который привычен для прочих языков программирования. Он бывает однострочный, в этом случае использует символ фигурной скобки. Либо многострочный, тогда использует do-end. Это соглашение также является чисто стилевым. То есть, в принципе, вы можете писать и do-end в одну строчку, и фигурные скобки много строчек. Но так не принято, и Ruby-разработчики вас просто не поймут. Более того, если вы будете работать в коллективе, вас заставят просто переписать. Более того, в чем главное отличие блока? Главное отличие блока заключается в том, что блок — это не что иное, как хранимый код. То есть, несмотря на то, что синтаксически он выглядит так же, как операторный блок других языков программирования, на самом деле это объект. Объект, который хранит этот код. Ветвление. Есть традиционное ветвление типа if, то есть if условие, обратите внимание, then является опциональным. То есть слово then, то есть если что-то, то, оно является опциональным. Вы можете его ставить, можете не ставить, в зависимости от того, улучшает ли оно читаемость кода с точки зрения естественного языка или нет. Ну, else, else if, то есть иначе если, иначе. То есть в этом смысле все достаточно традиционно. Скобки опциональны, вы можете их использовать, можете не использовать. Чаще они не используются, потому что они не используются в естественном языке. Когда вы пишете слово «если», вы дальше не пишете скобки, когда пишете на естественном языке. Далее, есть конструкция unless, если не. Почему она здесь нужна? Дело все в том, что Ruby очень не любит лишних нагромождений. Здесь не любит символ отрицания, когда он идет в if. То есть если вы хотите написать что-то, не что-то, то не надо писать «если не что-то». Надо написать «если не», потому что есть специальное слово в английском языке, которое об этом говорит. Ну и ветвление по образцу, то есть case expression, аналог switch, например, для C, либо для JavaScript, здесь называется case. И, соответственно, пишем «когда что-то». То есть вариант выражения. Когда выражение выполняется, то делаем что-то. В квадратных скобках написано «опциональные части». То есть вы можете их писать, можете не писать. Ну, в простейшем случае, естественно, ничего из этого может не быть. Тогда непонятно, зачем вы сделали ветвление. И специфичный для скриптовых языков программирования вариант ветвления с модификаторами. То есть обратите внимание на разницу. Это однострочная запись. Модификатор означает, что мы запишем в одну строчку условие справа. То есть сделать что-то, если условие истина. Сделать что-то, если не. То есть если не истина. Ну, к сожалению, мы не можем так хорошо перевести на русский язык слово unless, как есть в английском. То есть симметрия. Здесь if вот в такой форме, то есть если условие и заканчивается всегда эндом, а здесь сделать что-то, если что-то. Некоторые примеры я заимствовал из книги Фултона. Она уже, мягко говоря, не самая новая книга, но она была одна из ранних фундаментальных книг о Ruby. Примеры, которые он приводит, ну, вот они. То есть, если что-то, например, x меньше 5, то сделать что-то. Then является опциональным. Симметричная схема, если не. Ну, видите, перевернули просто условия. Здесь было меньше 5, значит, больше либо равно 5. Опять же, then опционально. Можем с несколькими ветвлениями, с дополнительными проверками, то же самое для unless, и вот они формы модификаторов. Значит, если существует переменная var, причем глобальные переменные, то в этом случае напечатать что-либо. Обратите внимание, несмотря на то, что здесь однострочная запись, это полная форма. Полная, потому что здесь есть if и есть end. Я об этом скажу, но скажу на третьей лекции, посвященной Ruby.
Строго говоря, вот такие конструкции не рекомендованы стилем. Они допустимы с точки зрения возможностей языка, но они не рекомендованы. Следующий момент. Момент, что является истиной. Этот момент достаточно важен. У Ruby немного отличается таблица истинности от традиционных языков программирования. Например, если вы возьмете C, то значение числовое 0 — это false. Для Ruby это не так. Для того, чтобы проверить, что является истиной, напишем такую простенькую программу. Это массив, у которого есть объекты nil, 0, 1, true, false, пустая строка, не пустая строка. Для каждого из элементов этой строки мы сделаем вывод содержимого, если существует данный объект. То есть если истина. Это значит, что мы получим на выводе только те объекты, для которых if выдает true. Что мы видим? Мы видим, что здесь первым попался 0. То есть nil пропал. Он не выполняется на условия истины. То есть nil нам даст false. Но 0 сюда попал. Почему сюда попал 0? Да потому что таблица истинности для Ruby, что false и, соответственно, if нам будет выдавать ложь только для того случая, если значением является false или nil. То есть это один из ключевых моментов Ruby. Понять это очень просто. Дело все в том, что false и nil — специальные объекты, в то время как все остальное просто существует. То есть неважно, что вы поставили, если вы пишете «если истина», истинным является сам факт существования объекта, а ноль является объектом типа число. И в этом смысле он является истинным. То есть, еще раз обратите внимание на то, что концепты Ruby очень просты. То есть в отличие от, например, C, здесь нет исключений для прочих чисел. Только два значения, nil и false, нам дают ложь. Все остальное нам даст true. Но, в принципе, все, что здесь изменяется от других языков программирования, вы должны написать просто явно 0, например, переменная равна нулю. То есть если в прочих это может быть проглочено по умолчанию, здесь мы воспользуемся явным написанием. Плохо ли? Наверное, нет. То есть лишний раз исключит ошибку. И теперь мы плавно дошли до концепции блока. То есть, как я уже сказал, концепция блока — это одна из ключевых особенностей концепции данного языка программирования. То есть прежде чем двигаться дальше, вы должны четко понять, что такое блок. Блок — это хранимый код. Если мы определяем какой-то метод, который называется в данном случае testFunc с аргументом x, мы можем вызвать его как testFunc, например, с аргументом 5. Но обратите внимание на вот эту конструкцию. Мы воспользовались конструкцией doEnd. То есть вот оно отличие от операторного блока. Операторный блок вы не можете просто так присоединить к любому вашему методу. Здесь мы именно это и приделали. Мы написали внутри doEnd, что внутри блока есть переменная n, вертикальные черточки, и выполняется код присвоения строки s по шаблону. Далее n раз мы добавляем к этой строке s символ звездочка, после чего выводим на экран и получим вот такой вывод. Что происходит внутри? Обратите внимание на реализацию метода testFunc. Внутри сделан цикл. Цикл здесь сделан в такой нетипичной форме для Ruby, но допустимой, потому что синтаксис поддерживается. Вызывается специальный метод, который называется yield. Метод yield активирует код блока. То есть код блока, по сути, это то же самое, что для других языков программирования. Например, callback функция или просто функция, в зависимости от того, о каком языке программирования мы говорим. То есть это код, который вызывается в тот момент, когда мы его явно активируем. И с точки зрения модели мы можем представить это в виде вот такого рисунка. То есть когда мы вызываем какой-либо метод, у которого есть блок, мы активируем этот метод, начинаем выполнять код внутри этого метода, и как только появляется вызов yield, активируется код из блока. В качестве аргумента то, что мы передаем в yield, будет подставлено в качестве значения для данной переменной. И обращаю в очередной раз внимание на то, что в данном случае эта переменная является локальной. То есть это локальный идентификатор внутри блока, локальная переменная, которая получит ссылку на тот объект, который передан в качестве аргумента для yield. То есть, проще говоря, вот эту конструкцию можно было бы просто переписать как одна функция. То есть testFunc, внутри которой
вместо yield подставлен код из блока. Блок для Ruby — это хранимый код, который вызывается по вызову yield изнутри функции. Есть ли какие-то вопросы? Этот концепт является одним из ключевых для Ruby. То есть, если вы поняли этот концепт, дальше все будет очень легко. Ну, вы можете написать другой блок. Понимаете, вы сейчас написали вызов этого метода. Этот метод реализован в какой-то библиотеке, допустим. И вы можете вызвать сейчас его с такой функцией. В другой раз вы не хотите, например, писать puts, а вы хотите сохранить файл. В третий раз вы хотите, например, не увеличивать по единичке звездочки, а сделать какое-то преобразование над значением, которое вы получили. То есть вы можете легко заменить код этого блока, не трогая реализацию функции. Это, по сути, шаблон. То есть, ну, это тот самый момент, который делает Ruby таким гибким. Какие-то вопросы еще есть? Значит, если нет вопросов, идем дальше. Циклы. Ruby относится к мультипарадигменным языкам. То есть, в принципе, вы можете использовать концепции других языков программирования, но в то же время эффективно писать в лаконичном стиле вы можете только в том случае, если вы освоили концепты Ruby. То есть циклы, которые здесь написаны, они очень похожи на циклы других языков программирования. Но дело все в том, что они редко используются для Ruby, потому что в Ruby они не характерны. Они похожи на циклы там, типа for для JavaScript в первую очередь, ну, Perl, естественно, и Python. Можно сделать, например, цикл, который проходит по всем элементам списка. Мы можем по-разному задать список, например, в форме диапазона все значения. Мы можем воспользоваться циклом loop, который является бесконечным и из которого нам надо выйти. Выйти мы можем при помощи break, например, это форма модификатора. То есть если условие выполнено, прервать. Ну, если условие, если не, то прервать. Ну, в зависимости от того, что вы хотите сделать, по какому условию, по прямому или по обратному выходу. То же самое есть для while, то же самое есть для симметричного until. Здесь вроде как вопросов нет. То есть конструктивно это похоже на циклы традиционные для других языков программирования, и они здесь для совместимости, они используются редко. А вот теперь циклы, которые используются не так редко. Это как раз то, что рекомендовано. В чем отличие? Отличие заключается в том, что если вы посмотрите синтаксически на форму этих циклов, все они являются методами. То есть все они вызываются как метод какого-либо объекта. Во всех случаях, как, например, up to, down to, то есть от числа такого-то до числа такого-то, ну, вверх, соответственно, либо вниз, либо повторить столько-то раз, либо для каждого элемента списка, для каждого индекса из списка, для каждого элемента подсчитать, найти и прочее. В каждом этом случае мы имеем метод. В чем идея? Идея заключается в том, что в предыдущем случае эти циклы были, по сути, анонимными. В данном случае циклы приобрели смысл. То есть вы явно говорите, что от числа такого-то до числа такого-то. Это написано здесь, это написано явно, написано словами. То есть вместо for там, от 0 до 10 мы напишем просто 5 раз. То есть переводе на естественный язык программирования. Но опять же, здесь акцент на то, что на Ruby мы пишем как на естественном языке программирования. То есть если, например, там для Python нормально сказать, что для x от 0 до 5 сделать печать чего-то, что будет означать вывод 5 раз. Но вы не говорите так в естественном языке. Вы скажете «распечатай 5 раз». Именно это мы здесь и пишем. 5 раз выполнить что-то. То же самое здесь. Если нас интересует каждый элемент, надо спросить каждый. Нам не надо говорить там, для x от 0 до n-1 взять элементы списка с индексом x. Мы скажем для каждого элемента списка. Если нас интересуют индексы, мы скажем для каждого индекса. Если нас интересует элемент с индексом, мы скажем each with index. И в этом случае мы получим пару значений. Мы получим элемент и его индекс. То же самое касается вот таких методов. Их вообще-то очень много. И в Ruby как раз-таки здесь я привел вариант detect, find. Это синонимы. То есть много синонимов, но вы выбираете тот, который соответствует конкретной ситуации. Вы хотите описать конкретные действия с точки зрения смысла.
Большинство этих методов находится в примеси enumerable. То есть вы можете посмотреть в документации, можете посмотреть, как оно выглядит. Исключение. По сути, исключение — это традиционный механизм для большинства современных языков программирования. Здесь нового ничего нет. Блок исключения begin заканчивается end. Rescue — это выброс, не выброс, обработчик исключения. И ensure — гарантировать выполнение кода, который будет выполнен всегда, независимо от того, было исключение или не было. Ну, пробегаю быстро, потому что это немного за рамками нашего курса. Теперь по основам классов. Здесь для Ruby все является объектом. Абсолютно все. У любого идентификатора мы можем спросить при помощи метода класс, какого он будет класса. Мы можем спросить у класса, какого он класса, и он скажет, что он класса класс. Мы можем явно спросить с именем класса, какого он класса. Обратите внимание, имя класса — это тоже идентификатор с большой буквы. И означает это что? Это означает, что это константа с точки зрения соглашения об именовании. Класс определяется словом класс. Но для Ruby это не просто слово. Это, по сути, соответствует его модели методов. То есть класс — это специальный метод, которому на вход в качестве аргумента идет идентификатор, а все остальное — это блок. Эта концепция используется в Ruby практически везде. Опять же, об этом я буду говорить позже, и я буду все время обращать на это внимание. То есть код внутри этого метода будет последовательно выполняться. И, по сути, то, что я показывал раньше, как способ создания метода def, также является специальным методом, создающим методы. То есть в Ruby почти нет исключений. В этом смысле его концепции очень простые и очень ясные, если вы их смогли понять. К сожалению, в прочих языках программирования это, можно сказать, язык кошмарина. Поэтому сложен переход, именно поэтому сложен высокий порог вхождения в Ruby. Хотя, казалось бы, что здесь сложного? Здесь упрощены эти концепты до безобразия. Singleton, или одиночный глобальный экземпляр класса. То есть данный экземпляр существует только для данного конкретного, данный класс, правильнее сказать. Данный класс существует только для одного экземпляра объекта. Значит, как его создать? Создать сначала объект, потом создать класс, который является анонимным на базе этого объекта. Ну, второй вариант, например, мы можем добавить методы. Вот просто конкретный пример. Был у нас класс, который назвали не класс, точнее, класс здесь анонимный. У нас был массив. Ссылку на этот массив мы присвоили в переменную log. Ну и добавили, поскольку log должен что-то выводить, ну, логирование, то есть регистрация каких-либо событий. Ну, взяли и добавили ему метод, который называется out. Хотя он, ну, от рождения он был массивом. Теперь нет. Теперь это singleton анонимного класса. Более сложный пример класса представлен на данном слайде. То есть мы сделали некий класс, который называется myClass. Переменная сверху, она доступна для всех экземпляров данного класса. То есть она одна для всех экземпляров, она доступна для всех них. Она является аналогом статических переменных, например, для C++. Метод initialize вызывается каждый раз, когда создается объект. Прочие методы доступны для всех объектов этого класса. Вот self — это метод, который будет доступен не в контексте объекта, а в контексте всего класса. То есть он может работать с переменными класса, но не с переменными экземпляров. Переменные экземпляры создаются в тот момент, когда идет первое присвоение. Создать объект очень просто. Объект, на который ссылается константа myTest, имеет метод new. То есть даже здесь нет исключений. То есть имя класса — это ссылка на экземпляр класса класс. Далее. Мы вызываем для этого класса метод new и порождаем объект с аргументами, которые передаются в initialize. Ну и использование этих объектов через точку мы можем вызвать их методы. Ну либо мы можем вызвать метод, который у нас объявлен через self, который специфичен для всего класса. Вот он. Естественно, программа на Ruby может состоять из нескольких частей. То есть почему я здесь избегаю слова модули? Ну, потому что слово модуль для Ruby используется немного для других вещей. Поэтому я говорю здесь подключение файлов. Как подключить внешний файл? Метод, который называется require. Значит, синтаксически это не служебное слово, это специальный метод, подключающий файл. То есть аргумент — это имя файла. Есть небольшая тонкость. Если вы хотите подключить
системную библиотеку, то вы используете require, то есть требуется. Если вы хотите подключить файл, который находится в текущей директории, вы можете указать require relative. В то же время вы можете указать относительный путь, то есть точка слэш. Точка слэш — это общепринятый способ указания относительного пути для всех Unix-подобных операционных систем. Ну, для Windows здесь сделана совместимость на уровне самой реализации Ruby. Естественно, в Windows это обратные слэши, так писать не надо. Если вы так напишете, ваш код будет работать только в Windows. Естественно, надо обеспечивать совместимость, кроссплатформенность. То есть, если вы хотите относительный путь, пишите .slash в Unix стиле. Unix стиль считается стандартом де-факто. Строки. Естественно, как у любого скриптового языка программирования, здесь должны быть строки. И работа со строками здесь очень удобна. Начиная с версии Ruby 1.9 поддерживается Unicode. До этого Unicode мог быть поддержан, но дело в том, что там надо было переключать явно кодировки в строках. Сейчас вы не задумываетесь, по умолчанию строка — это Unicode. Значит, как выглядит строка? Есть небольшое различие. Строка в одиночных кавычках, строка в двойных кавычках. Здесь есть различие. Дело все в том, что одиночные кавычки — это строки, которые не интерпретируются никоим образом. Что вы поместили в эти строки, то и будет сохранено в них. Если же вы пишете двойные кавычки, то интерпретатор, ну или компилятор в данном случае, будет анализировать содержимое строки, и как только он найдет escape последовательности, эти escape последовательности будут заменены их значением. Ну, символ слэш t — это табуляция, то есть отступ, который рисуется динамически в зависимости от настроек терминала. Также можно задать кодом, например. Есть заменители, если вы хотите, например, сделать что-то, что содержит одинарные и двойные кавычки одновременно, вы можете воспользоваться специальной конструкцией %q, малое или большое. И в этом случае вы можете поставить скобки, причем скобки любые, квадратные, круглые, фигурные, по-моему, даже угловые поддерживаются в данном случае, но скорее они являются редкостью. То есть идея заключается в том, что вы используете q маленькое или q большое для того, чтобы поместить строку, содержащую, например, кавычки или одинарные или двойные. К примеру, код на JavaScript, который содержит в себе вставки на HTML. То есть перемешано все. Вы можете избежать этого и поставить просто %q. Как запомнить разницу между q маленькое и q большое? Q маленькое соответствует одинарной кавычке, ну маленькое. А q большое, соответственно, большому количеству кавычек, то есть двойным кавычкам. Поэтому перепутать их сложно. Одинарные кавычки и q маленькое не интерпретируются, двойные кавычки и q большое интерпретируются. Возможно использование многострочных строк. То есть пишем присвоить переменной str некое значение, которое начинается от текстового слова, в данном случае end of file или end of text. На самом деле здесь можно написать почти любое слово, лишь бы оно соответствовало тому, что вы напишете вот здесь. Просто end of text, например, и end of file — это является общепонятными словами. Хотя вы можете их поменять. И, ну, естественно, полный набор функций смотрите в документации. Если вы хотите использовать в строках Unicode, то по соглашению о стиле программирования на Ruby вам надо написать первой строчкой coding UTF-8. То есть это специальный комментарий, который говорит о том, что дальше текст содержит в себе кодировку UTF-8. То есть в целом требование рекомендуемое, но оно не является обязательным, потому что современная Ruby почти наверняка будет интерпретировать или пытаться интерпретировать как UTF-8 код. То есть, если вы смешиваете в Ruby программе ASCII и Unicode, пишите комментарий Unicode. Далее, перейдем к примеру, который показывает такую особенность. Этот пример, на самом деле, возвращается опять к тому, что любой идентификатор, как переменная, так и константа, содержит ссылку. Мы создадим переменную str1, которая ссылается на объект некоторая строка. Далее мы создадим переменную str2, которой присвоим значение str1. Ну, если бы мы говорили, там, например, там, о Паскале, мы могли бы говорить о копировании. В данном случае мы говорим о копировании ссылки. Значит, если мы сделаем str3 как копию, это один из вариантов снять копию со строки, а str4 — это еще один вариант создания копии. То есть здесь мы передали строку как аргумент в конструктор, во втором случае мы передали, не передали, мы вызвали явно метод, который называется клон. Мы создали новые экземпляры. Значит, а дальше делаем следующую проверку. Мы говорим str1 вызвать global substitute
с восклицательным знаком. То есть global substitute – глобальная замена всех символов первой позиции на символы во второй позиции. Причем заданы они здесь в форме регулярного выражения. Что произойдет, если мы распечатаем все эти переменные? Мы увидим, что str1 и str2, вот они, модифицированы, а str3 и str4 не модифицированы. Почему это произошло? Да потому что str1 и str2 получили ссылки на один и тот же объект. То есть когда мы сделали присвоение str2 равно str1, мы на самом деле скопировали ссылку, которая у нас прежде была записана в str1, в позицию str2. У нас две переменные, ссылающиеся на один и тот же объект. Когда мы сделали модификацию global substitute, то есть заменили гласные буквы на звездочку, естественно, мы модифицировали этот объект. А поскольку мы сделали клонирование для str3 и str4, переменные ссылаются на новые объекты. И именно поэтому они остались здесь неизменными. Ясен ли этот момент? Есть ли какие-нибудь вопросы? То есть, опять же, ключевой момент для Ruby, что надо четко понимать, что переменные и константы ссылаются на объект. Объекты, как сущности, живут сами по себе. То есть, если вы делаете присвоение одной переменной другой переменной, вы просто переставляете ссылку. Из полезных операций что можно отметить? Ну, в Ruby очень много полезных строковых операций. Это делает его очень удобным для строковой обработки. Можете в очень разных целях использовать. Полный набор функций смотрите, естественно, в документации. Коротко здесь можно сказать, например, функция включает ли строка под строку, начинается ли строка с данной строки, форма предиката, вопросительный знак. То есть сразу можете понять, что данный метод вызывает, отвечает на вопрос «да» или «нет». То есть когда вы его вызываете, вы получаете ответ. Включает ли, входит ли, начинается ли, заканчивается ли. Метод индекс. Найти индекс данной подстроки в строке. С правой стороны подстрока. Разбить строку по разделителю. Разделителя нет, по умолчанию пробел. Но вы всегда можете указать разделитель явно, причем в том числе в форме регулярного выражения. Склеить строки, склеить явно при помощи операции concatenate. Можем сделать замену substitute, global substitute. То есть в данном случае чем отличается? Substitute – замена только первого вхождения, а global – замена везде. Методы upcase, downcase, то есть перевод в верхний регистр в нижний регистр, swapcase, заменить все слова, которые были в верхнем регистре, в нижний. Здесь единственная тонкость, что до версии Ruby 2.3 эти методы работали только для латинских символов. А если вы хотели использовать, например, Unicode символы, вам надо было для строки вызвать multi-byte chars, после чего вы могли использовать то же самое. Сейчас исправили эту конструкцию. Ну, естественно, говоря о скриптовых языках программирования, нельзя не отметить о регулярных выражениях. По регулярным выражениям я буду говорить мало. К сожалению, это не является целью данной лекции. Я обязан сказать, потому что это входит, по сути, в тот минимальный минимум тех знаний, которые вы должны иметь для того, чтобы эффективно работать со скриптовыми языками программирования. Но скажу об этом очень коротко. Примеры взяты из вики-учебника, причем на русском языке. Причем крайне рекомендую обратить внимание на сайт rubular.com. Этот сайт позволяет просто на странице в интернете посмотреть, как работают регулярные выражения. И простейшие примеры регулярных выражений. Была строка, например, жило-было шибко-шипящее животное. В чем здесь проблема? Мы хотим сделать, например, регулярное выражение, исправляющее ошибки. Исправить ошибки нам надо, что любая шипящая буква в верхнем либо нижнем регистре, после которой есть «ы», должна быть заменена на ту же самую букву, после которой есть символ «и». И это как раз пример регулярного выражения. Регулярное выражение, признаком его являются наклонные черточки или слэш. В скобках это группа. Группа, то есть группа символов. И в данном случае $1 это не что иное, как номер данной группы. В этой группе мы написали, что символ G, Ш в верхнем нижнем регистре, соответственно, любой из них, но черточка означает или, после чего есть символ И, который в группу не входит, он за пределами скобками. Вместо этого шаблона подставить значение группы плюс символ И. То есть шаблон говорит найти любую шипящую с И, заменить на любую шипящую с И. Ну и в результате, результатом выполнения этого выражения, мы получим вот такую строку.
Мы можем записать более коротко, если заменим здесь символы вертикальной черточки на квадратные скобки. То есть любой из этих символов. Мы можем задать регулярное выражение в такой форме. Например, диапазон символа русских букв от А до Я в верхнем и нижнем регистре, причем плюс означает одна либо более. Метод scan говорит найти нам любые выражения по шаблону. То есть вот такой вызов метода с таким регулярным выражением нам даст только слова, состоящие из русских букв, ничего более, потому что шаблон содержит только русские буквы. А вот такой шаблон содержит только знаки препинания. Что такое для Ruby регулярное выражение? На самом деле регулярное выражение для Ruby — это экземпляр класса regexp. И короткая его форма как раз и выглядит как форма с косыми черточками или со слэшами. Но полная форма — это конструктор regexp. То есть вы можете вызвать regexp.new и создадите объект регулярного выражения. То же самое мы можем задать при помощи конструкции %r с фигурными, круглыми, квадратными скобками, также точно как со строками. Мы можем при помощи регулярных выражений сделать поиск по строке в строке. Мы можем сделать это через специальный объект match, например, по элементам которого дальше пройтись. Мы можем сгенерировать строку, к примеру, что здесь написано. Здесь написано взять символ A и растиражировать его 25 раз. Прибавить строку DA, которая комбинация растиражирована 4 раза. Ну и получим вот такую вот большую строку. И, ну, в конце прибавить символ C. Дальше мы хотим найти пример вхождения по такому шаблону в строке. То есть слева шаблон, справа строка. Специальный оператор равно тильда. Ну и здесь два примера, оптимальный и неоптимальный. То есть не вдаваясь в детали, что мы здесь ищем? Символ Z либо A, который встречается один или более раз. Символа Z у нас здесь нет, значит символ A. Группа в скобках, один или более, звездочка означает 0 или более, после чего C. Значит, второй пример — это не оптимальный, потому что вычислительная сложность его достаточно большая. Ну, потому что мы указали, сначала найди нам символы A один или более раз, причем их здесь много, после чего найди нам 0 или более вхождения вот этих групп. То есть группы, ну, в какой-то степени взаимопересекающиеся. Что можно делать еще? То, что вы здесь видите, это традиционный для POSIX и, в общем-то, для большинства языков, которые работают с регулярными выражениями, вот это совместимая часть. Значит, если мы хотим найти любой символ, это символ точки. Если мы хотим найти все до перевода строки, мы должны указать модификатор M. Если нас интересует любое слово, слово в терминологии английского языка, естественно, то это просто slash W, символы в нижнем верхнем регистре, либо цифры. W большое — это не слово. То же самое касается цифр. Значит, slash D — это десятичная цифра, slash D большое — это не десятичная цифра. То, что касается шестнадцатеричных, ну, hex, то есть H, в нижнем регистре — это цифра, в верхнем регистре — не цифра. Slash S — символы пропуска, то есть space — любой из символов пропуска, пробел, табуляция, перевод строки, возврат корректки, feed — это перевод бумаги, ну, в общем-то, устаревшие символы, то есть все вот это редко сейчас встречается, это символы, оставшиеся нам наследие от управления печатающими устройствами 60-х, 70-х. Ну и не символы пропуска. То есть все то, что является не символом, но не вот как раз символ отрицания. Крышка. Более современный вариант — это Unicode символы. То есть вот такая конструкция. Две квадратные скобки, двоеточие, например, альфа-нум, двоеточие, две квадратные скобки. Чем хороши эти символы? Они поддерживают полный набор Unicode. То есть вам не надо думать, например, является ли в каком-нибудь арабском или корейском алфавите данный символ цифрой, там, чем-то еще или буквой. То есть это за вас сделает уже интерпретатор регулярных выражений. Ну и, в общем-то, они очень похожи на то, что я показал до этого. За исключением того, что поддерживается Unicode, либо не поддерживается, но вы это указываете явно. О чем еще следует сказать? Квантификаторы. Значит, естественно, я сейчас пробегаю очень коротко и крайне рекомендую посмотреть сайт Rubular и учебник. Но лишний раз просто отмечу основные моменты, которые вам нужны для освоения регулярных выражений. Квантификаторы пишутся в такой форме. То есть, что означает плюс? Один или более раз. Звездочка означает 0 или более раз. Например, символ. Хотя бы какой-нибудь символ здесь должен быть.
Если бы мы написали звездочку, то могло не быть никакого символа. Вопросительный знак 0 или 1 раз. Мы можем указать, сколько конкретно раз. Например, если в фигурных скобках значение, это точно раз. N или более, то есть N, запятая, бесконечно. Либо не более, либо не менее, но не более. Что есть еще в регулярных выражениях? Это понятие якоря. То есть мы можем указать, например, от начала строки, конец строки, граница слова, не граница слова. Это нужно для того, чтобы коротко записать, где вы хотите найти символ. То есть, например, от самого начала строки, не вообще, где угодно в строке или в конце. Кроме того, есть позитивный и негативный просмотр вперед. Также есть просмотр назад. Значит, что это означает? Это конструкция вот такого вида с шаблоном. Паттерн, пат сокращенно, это шаблон. Мы можем написать, например, регулярное выражение вот такого вида. Найди нам любое слово, которое, любой символ слова, встречающийся один или более раз. Причем он должен находиться между тегом B открывающим и тегом B закрывающим. Ну и есть некая строка. Значит, что будет результатом выполнения? Нас не интересуют эти части. Мы их используем просто как шаблоны. То есть позитивный просмотр вот он назад с левой стороны, позитивный просмотр вперед с правой стороны. Нас интересует только шаблон здесь. И именно эту часть мы получим результатом выполнения как совпадение. Есть ли какие-то вопросы по регулярным выражениям? Оставим тогда регулярное выражение на самостоятельную подготовку. Обращаю внимание в очередной раз на сайт Rubular. Теперь переходим к числам. Значит, что можно сказать по числам? В числах есть такой нюанс. Раньше были числа fixNum, bigNum и integer. Сейчас для целых чисел, для Ruby, единый тип integer. Значит, здесь момент связан с тем, что у Ruby был когда-то тип bigNum, как тип, не имеющий ограничений. Этот тип позволяет нам не думать о том, что у вас разрядность заканчивается. То есть, если мы говорим, например, о языках там, типа C, C++, Java, вы используете конкретные типы. Если у вас произошло переполнение, то вы потеряли какие-то данные. Ну, потому что вы не можете работать после того, как у вас переполнился регистр. Если мы говорим о Ruby, у вас никогда не переполнится регистр, потому что если у вас не хватило места для представления этого числа, оно будет автоматически расширено. Лишь бы у вас хватило оперативной памяти на компьютере. Но оперативной памяти сейчас много. И вряд ли кто-то сможет назвать уже число, которое войдет, например, там, хотя бы в 1 гигабайт оперативной памяти. Естественно, есть числа десятичные, рациональные, матрицы, комплексные, числа простые и прочее. Очень много вариантов. И все эти числа являются потомками класса numeric. Из числовых операций, ну банальные, там плюс, минус, они такие же, как для других языков программирования. Остаток отделения также есть. Есть соответствующие операторы, сделанные как методы, то есть словами. Есть возведение в степень, есть деление. Когда вы делаете деление, помните о том, что здесь есть некоторые тонкости. Если вы делаете целочисленное деление, не удивляйтесь, что вы получили 0 в итоге. Но хотя, если вы напишете 1 делить на 4, вы получите число, которое будет именно в таком представлении храниться. И вы можете его восстановить не как число 0, а как 1 деленное на 4. Если вы хотите сделать деление с плавающей точкой, значит, хоть один аргумент должен быть числом с плавающей точкой. Сделать его числом с плавающей точкой можно либо добавив точка 0, либо вызвав метод toFloat. То есть в этом случае он будет преобразован к числу типа float. Ну, естественно, есть округление. То есть при помощи round вы можете взять только основную часть. Вы можете округлить до нужного разряда. Здесь, в общем-то, ничего интересного нет. Форматирование вывода. То есть если вы имеете число, почти наверняка вы хотите его вывести когда-то в строку. Что нужно для этого? Ну, есть формы шаблона. Шаблоны очень похожи на C-подобную структуру. То есть шаблоны, можно сказать, почти как в C. И конструкция процент модификатор. D – это десятичное число. Дальше мы говорим, в каком формате его надо вывести. То есть 0,5, что дать 5 знаков, включая незначащие нули. То есть число должно быть выведено как пятизначное, независимо от того, есть там нули или нет. Процент – 123. Но в данном случае процент – это метод от строки.
не самый читаемый формат, но он может быть использован. Есть метод, который называется формат в явном виде. Тот же самый формат представления C подобный. Можете всегда вызвать toS. То есть любой метод имеет, любой объект имеет метод toString. То есть любой объект может быть преобразован в строку. И есть формат шаблона с выражением. То есть это двойные кавычки. Обращаю внимание, это двойные кавычки. То есть строка с интерпретацией. Если мы пишем что-то, решетка, фигурные скобки, это воспринимается как выражение на Ruby. То есть не просто какая-то переменная, а любое выражение на Ruby, которое вы хотите. В частности, переменная. Ну почему здесь одна переменная? Да потому что, что бы мы ни написали, это выражение, вспоминаем, оно является объектом. Объектом, в общем-то, таким же, как блок. Любой метод у нас, ну, в том числе и блок, может возвращать значение, а значение — это результат последнего выполнения. Если вы пишете просто какое-то выражение, какую-то переменную, это означает взять из нее значение. То есть это однозначно это интерпретируется, то же самое, что было бы написано как return x, ну, в том числе x просто. И, естественно, есть printf, аналогичный, как и в C. Как проверить, что мы не превышаем размерность? Ну, у нас есть возможность, сейчас ее нет, сейчас ее убрали, потому что bignum сейчас перешел в integer. Например, делаем число и говорим 4 раза умножь само на себя и каждый раз выводи значение и какого класса данный объект. То есть мы после каждого умножения получаем новый объект, x у нас получает ссылку на новый объект, и результатом распечатки, какой Ruby до 2.4. Мы имели вот такую распечатку. То есть было изначальное число класса fixNum. Как только разрядность переполнилась, в регистре стандартном хранить стало невозможно, она стала bignum. И дальше только оперативная память ограничивает размер этого числа. Теперь, как преобразовать строки в число? Обратная проблема. Имеем строку, преобразовать число. Для любой строки мы можем вызвать метод toInteger, toFloat. Все зависит от того, что написано в этой строке. Естественно, есть явные методы, которые позволяют определить с типом и получить не просто ноль, если там что-то написано непонятное, а получить исключение. Но это самый простой способ. Если мы имеем строку, в которой может быть написано несколько чисел, то мы можем, например, разбить по словам. И достаточно типичный способ — это разбить, после чего преобразовать при помощи метода toE. Но, строго говоря, вот этот вариант он не очень хорош. Почему? Да потому что вместо чисел, которые могли бы быть на позициях слов, мы получим нули. Значит, чтобы не получить такую ситуацию, мы должны пользоваться не разбивкой по пробелу либо по какому-то разделителю, а методом scan. То есть метод scan — найди нам только то, что соответствует шаблону. И говорим, найти только то, что состоит из цифр, причем встречается один или более раз. После чего вызвать метод преобразования, то есть map — отобразить, при помощи функции toInteger. То есть, ну, также мы можем воспользоваться методом scanf, который знаком по языку C. Следующий концепт — это символ. То есть что такое символ с точки зрения Ruby? Символ — это экземпляр класса symbol, и с точки зрения модели Ruby это означает неизменяемую строку. То есть пример, который представлен здесь, мы сделали массив, который состоит из трех строк и из трех символов. Признаком символа является символ двоеточие. То есть символ уже с точки зрения русского языка. Символ как класс, но символ с точки зрения русского языка. Ну или character. То есть в чем различие? Если мы пишем вот такую конструкцию, мы на самом деле создаем три объекта строка. Но символы у нас хоть и написаны три раза, все они ссылаются ровно на один объект. То есть в памяти будет храниться только один объект класса символ. С точки зрения синтаксического представления оно абсолютно аналогично строке. То есть в этом понимании можно символы рассматривать как статичную, неизменяемую или константную строку. Причем символ может быть как состоящий из одного слова, так и в принципе в форме строки. То есть мы можем к строке добавить символ двоеточие, и она превращается в объект класса символ. Если же у вас есть какая-то строка, вы ее можете всегда преобразовать в символ явно при помощи метода toSymbol.
сравнивать между собой символы можно, строки можно, напрямую символ строку сравнить, да вообще-то не получится. Надо сначала преобразовать. Так. Правильно я говорю? Неправильно. То есть А у нас была строка, Б это был символ. Первое равенство у нас проверяет строка Б был, да, все правильно, запутался. Значит, в этом случае у нас была строка, во втором случае у нас был символ. Для того, чтобы у нас получить на выходе true, нам надо преобразовать символ в строку, а, соответственно, строку преобразовать в символ, потому что B — это символ, а A — это строка. И в этом случае мы получим true, потому что первое у нас должны совпадать типы. Теперь класс диапазон. Очень полезен для Ruby, в общем-то, и для любых скриптовых языков программирования. Есть два диапазона — открытый и закрытый. Закрытый — две точки, то есть 1, 2, 3 в данном случае. Открытый 1, 2, не включая 3. То есть последний символ не вошел. Если мы хотим пройтись по всем элементам диапазона, нам достаточно написать, например, R1 для каждого элемента напечатать. Ну или просто задать диапазон. Скобки нам здесь понадобятся, потому что оператор приоритета нам нужен. Нам нужно сказать, что не для семерки применить метод каждый, а для диапазона. Потому что иначе бы он применился к семерке. А у семерки нет метода each. В общем-то, ничего такого страшного здесь нет. Также есть методы, которые называются первый и последний элемент. Что собой представляет диапазон? Это механизм-перечислитель, так называемый. То есть он не хранит все значения в оперативной памяти, но он может вычислить путем перечисления от первого до последнего. Есть возможность сделать диапазон из строк, например, от символа А до символа Z, и мы всегда можем проверить, входит ли, например, в этот диапазон тот символ или та подстрока, которую мы запросили. Причем, в общем-то, диапазон может быть и не только по одиночным символам, но и до множественных. Что это такое с точки зрения представления? Как только дошли до Z, следующее будет AZ. Не AZ. АА, АБ, А. С и так далее до АЗ, как только опять дошли до Z, значит БА, ББ, БЗ, ну и так далее. Здесь были такие тонкости для Ruby менее 1.8 включительно, менее 1.9 до 8.7 включительно, он воспринимал его по лексикографической записи. То есть вот так, если оно было написано, 28 как сравнение строки, символ двойка между тройкой. Сейчас исправили это поведение, потому что оно не совсем предсказуемо, и сейчас по вхождению символов вообще. То есть если эта комбинация есть, то она будет воспринята. Если ее нет, она будет проигнорирована. Значит, как работает консольный ввод-вывод? Консольный ввод-вывод, практически методы, которые соответствуют тому, что вы видели в других языках программирования, например, там в C, в C++, ну, в общем-то, и Python здесь похож. Методы print, printf, исключение разве что метод p. p — это отладочный метод, который на самом деле внутри представляет собой преобразование при помощи метода inspect. То есть выдать в отладочном формате содержимое объекта. puts — вывод с переводом строки, print — без перевода строки, printf — полностью аналогичен C-конструкции с форматной строкой вывода. Как прочитать из консоли? gets — get string, get c — это get char, то есть один символ. Причем для Ruby до 1.8.7 вообще-то была востребована еще кодировка. 1.9 и выше, то есть все современные, но считайте уже последние 10 лет, нам не надо думать о кодировке. Кодировка по умолчанию Unicode. Есть класс файл для работы с файлами. Причем здесь есть такой момент. Есть форма традиционная для прочих языков программирования. То есть создаем файловый объект, конструкция C подобная, то есть имя файла, атрибуты на открытие, W означает открыть на запись. Мы получили файловый дескриптор, ну в данном случае это объект файл. Мы можем с ним что угодно делать, и мы его обязаны закрыть. То есть в этом смысле разницы, в общем-то, никакой нет с идеологией, например, там C, ну или того же самого Perl. Truncate — обрезать файл, получить размер файла. В данном случае применяем к объекту, не к объекту, а к классу файл целиком, эти методы, методы класса. Но есть более компактная форма. То есть сравните вот эту форму и вот эту. Чем хороша эта форма? Тем, что, например, здесь
Мы вообще-то не делали проверку на то, а файл открылся ли вообще. А вот здесь у нас есть блок, то есть метод open, которому передали блок. Блок — это сохраняемый код, который будет вызван только в том случае, если метод открылся. То есть эта конструкция эквивалентная верхней, но нам не надо заботиться об закрытии файла, и нам не надо проверять, открылся ли он. То есть Ruby сделает это за нас. И более того, мы можем написать программу на Ruby, которая открывает, эта переменная содержит имя текущего файла, открывает его на чтение, читает все строки самого файла, из которого оно запускается. Есть полезные методы для класса файл. Из них прочитать, например, файл, на выходе вы получите текст. Прочитать все линии на выходе, ну, логично. Если в первом случае прочитать, получаем текст. А readlines, множественное число, помним, что у нас, в общем-то, язык, который должен быть похож на человеческий, если мы запрашиваем «прочитай линии», нам говорит о том, что мы должны на выходе получить линии «и» во множественном числе. Это значит, что на выходе мы имеем массив. Мы можем проверить, есть ли файл, существует ли он. Ну, exist с вопросительным знаком, форма предиката, отвечает на вопрос «да» или «нет». Является ли файл директорией? Directory? Yes, no. Ну или true, false в данном случае. Ну, естественно, это только часть из тех методов, которые полезны для использования. Полный набор смотрите в документации. Следующий класс — это array. Естественно, это одна из ключевых особенностей любого языка программирования — возможность сделать массивы. Массивы можно создать в форме литерала. Массивы нумеруются с нуля, и вы всегда можете обратиться к индексу массива. Например, запросить у объекта, какого он размера, и поместить индекс, например, там, ну, длина минус 1 — это последний элемент, минус 2 — соответственно, предпоследний. Более того, вы можете сделать многомерные массивы. Поскольку для Ruby все объекты, все классы являются потомками класса Object, то в этом случае, естественно, массив является хранилищем, нумерованным хранилищем для объектов, которые являются потомками от Object, и значит, что вы можете помещать в качестве элементов массива абсолютно что угодно, в том числе другие массивы. Контролировать длину он за вас не будет. В этом смысле он полностью соответствует JavaScript. Также вы можете при помощи new, ну, естественно, куда без него, если у нас есть имя класса array, значит, мы можем создать экземпляры при помощи new. Вы можете создать массив с указанным размером, вы можете инициализировать, скопировать другой массив в него, и есть форма с блоком, которая позволит создать массив и для каждого индекса свежесозданного массива применить результат, который будет создан в блоке. Синтаксически обращаю внимание, что он получит результат, который возвращает блок. То есть в Ruby всегда последнее значение сохраняется как возвращаемое значение. Вы можете его использовать, можете не использовать, но оно всегда передается. То есть даже если вы слово return не используете, всегда у вас передача этого значения осуществляться будет. Индексы. Ну, нумерация с нуля, и здесь все просто и все понятно, но видим индекс минус 2. Что такое отрицательные индексы для Ruby? Отрицательные индексы для Ruby — это очень полезная конструкция, которая позволяет нам получить элементы с конца. То есть это очень удобно. То есть вам не надо писать длина массива минус 1, минус 2, вам достаточно просто написать минус 2, потому что вас интересует, например, второй с конца. Далее, возможность получить. Есть у нас вот такой массив. Мы хотим с первого элемента получить два элемента. То есть с элемента с первого в, естественно, нумерации для Ruby, то есть индекс 1 соответствует элементу второму. Ну, либо указать диапазоном, то есть с индекса 1 до индекса 3. То есть 1, 2, 3. Мы можем также заказать, например, выдать нам массив с третьего элемента до последнего. Или с четвертого с конца взять два элемента. То есть это все очень здорово расширяет возможности работы с языком и делает код компактным. То есть вот такие мелочи, они делают работу с языком приятной. В целом то же самое справедливо и для строк. То есть индексы, которые мы можем использовать для массивов, используются и для строк тоже. Вот такой момент для Ruby. Ruby, например, не характерно проверять равенство-неравенство на ноль. Здесь есть специальные методы. То есть, с одной стороны, мы можем использовать типичную программистскую конструкцию, например, array size больше нуля. Причем size и length
Это методы, которые делают абсолютно одно и то же, просто вы используете тот, который вам больше нравится, который больше подходит с точки зрения естественного языка. Потому что, опять же, если вы приходите, например, в магазин и спрашиваете, есть ли у вас хлеб, вы не говорите, есть ли у вас количество хлеба больше нуля. Вы говорите, есть ли у вас хлеб. То есть в этом смысле метод «есть ли у вас хлеб?», то есть «any», «есть ли у вас что-то?», является гораздо более человеческой конструкцией. То есть то же самое. Пустой ли массив? То есть вы не спрашиваете, что length равно нулю, потому что это избыточно. Вам достаточно спросить, пустой ли. Ну и поиск совпадений в массиве, метод include. Вообще, естественно, количество этих методов, которые я сейчас указал, намного больше. То, что я сейчас показываю, это минимальный уровень, который просто необходим для понимания. Из полезных методов также есть, например, max, min, возможность указать сортировку определения, например, максимум и минимум по условию. То есть, опять же, из вики-учебника я взял эти примеры, потому что они достаточно выразительные. Есть массив строк. Например, что такое взять максимум от массива строк? Это означает провести лексикографическое сравнение и найти слово, которое самое большое по алфавиту. Естественно, мы получим U. Но если мы хотим, например, найти самое длинное слово, нам нужно поменять условия. Значит, мы используем maxBy как метод, которому передается функция. В начале лекции мне уже задали вопрос, зачем нужны блоки. Вот он один из примеров. У нас есть maxBy, внутри которого мы можем передать то условие, которое надо применить в данный момент. Мы передаем функцию. То есть взять условие по размеру элемента. По сути, это цикл. MaxBy в данном случае ведет себя как цикл, который пройдет по каждому элементу и возьмет размер, после чего определить, какой из них по размеру, ну, потому что здесь написано элемент size. То есть, ну и в принципе то же самое справедливо для minBy. Более того, есть комбинированный minMax. Естественно, есть встроенная сортировка. Сортировка по умолчанию, лексикографическая для слов, для строк, либо sortBy, сортировка по тому критерию, который мы передали сами. То же самое мы можем сделать для массивов. И более того, если у нас есть, например, на входе двумерный массив, мы всегда можем сказать, по какому элементу нас интересует взять. Sort by LM. Мы видим массив, элементами которого являются двумерные массивчики. Значит, переменная LM получит ссылку на двумерный массив. На каждом шаге это будет двумерный массив. Мы берем значение элемента с индексом 1, то есть второй элемент этого массива. Если нас интересует только первый, отсортируем по первому. Более подробно смотрите ссылки, прежде всего документация. На русском языке есть вики-учебник, в том числе раздел подробнее о массивах. Что можно сделать еще с массивами? Можно склеить через оператор плюс, можно вычесть один массив из другого, это значит все пересекающиеся элементы у нас будут удалены. Мы можем получить только массив с уникальными элементами, можем размножить, то есть есть массив, мы кратно умножили количество его элементов само на себя. Мы что еще можем сделать? Ну, по сути, вот они массивы были получены умножением, мы можем их склеить, они также будут склеены. Следующий класс — это хэш или ассоциативный массив. Ассоциативный массив содержит пары ключ-значения. Причем ключ может быть любого типа, значение может быть любого типа. Простейшая форма, вот она, мы задали в форме литерала, то есть именно в таком виде вы можете вставить в код программы. Фигурная скобка – это признак хэша в данном случае. Пары ключ равно больше значения. Ключ равно больше значения. И ключи и значения в данном случае – это числа. Обращение к ним – переменная хэш, квадратные скобки, обращаемся к индексу как к ключу. Неважно, какого типа. В данном случае это число, но это может быть и строка. Если этот ключ есть, мы получим значение, которое соответствует этому ключу. Если его нет, мы получим nil. Есть небольшие тонкости. Дело все в том, что мы можем создать хэш с объектом по умолчанию. И тогда, если мы создаем пары ключ-значения в явном виде, мы можем обратиться к ним. Мы получим ровно то, что мы записали только что. Если мы обратимся к какому-то ключу, которого не было, мы получим объект по умолчанию. Вот он. Но тонкость здесь следующая. Если мы возьмем и модифицируем этот объект, который мы получили,
мы используем метод с восклицательным знаком, то есть метод, модифицирующий сам объект. Что произойдет? То есть, да, мы получим на выходе «иди ловить рыбу», переведенный в верхний регистр. Но если мы дальше обратимся к любому ключу, которого еще не было, мы получим опять модифицированный объект. Почему? Да потому что мы модифицировали этот единственный объект. Он один для всех ключей, которые отсутствуют. То есть, опять же, вспоминаем ту самую концепцию, что переменные ссылаются на объект. Объект у нас был создан ровно один раз. Создан он вот здесь, в конструкторе. И это значит, что для всех ключей, которые у нас отсутствуют, мы будем ссылаться ровно на один и тот же объект. Если мы хотим избежать этого, вторая конструкция. Используем форму блока, где говорим, что для хэша, который мы только что сделали, и ключа, который мы только что получили, выполнить какое-то действие. И в этом действии мы создаем на каждый ключ, который у нас отсутствует, новый объект строка с подстановкой. Соответственно, в этом случае, если мы делаем такую модификацию, то все работает корректно. То есть модифицировали только для одного ключа, все остальные объекты остались неизменными, потому что мы их создали для других ключей. Ясен ли этот момент? То есть опять вспоминаем тот слайд, на котором слева были представлены переменные константы, справа были объекты. То есть эти сущности между собой пересекаются только на уровне ссылок. Объекты живут своей жизнью, переменные живут своей жизнью. Мы можем всегда из линейного массива, например, сделать хэш. Есть у него такая форма, но склейка будет парами. То есть первое значение — это ключ, второе значение. Ключ, значение, ключ, значение. Мы можем взять двумерный массив, при помощи flatten преобразовать к одномерному. Метод flatten раскладывает и делает одномерный массив. Всегда для хэша мы можем запросить список ключей, либо список значений. То есть метод keys, values. Множество. Что такое множество? Ну, с точки зрения математики, множество — это то, где элементы у нас могут встречаться только один раз. То есть нас не интересует позиция элементов, нас интересует как совокупность или коллекция неких элементов, которые встречаются или не встречаются ровно один раз. Массив можно считать частным случаем множеств. То есть мы можем сделать пересечение двух массивов и получим все элементы, которые только пересекаются. Иногда это можно использовать, иногда нельзя. Дело все в том, что множество содержит оптимизированные операции, которые проверяют, входит ли элемент в массив, в это множество. Если мы используем массив, то проверка, входит ли в него элемент, означает полный перебор всех элементов. Если же мы говорим о множестве, то любое множество с точки зрения машинной реализации, оно должно быть реализовано при помощи индексных структур. То есть оно должно работать намного быстрее. Для Ruby есть специальный класс, который называется множество. Это класс set. Мы можем создать объект множества при помощи конструктора set. Set new и создать множество из элементов 1, 2. Либо любой массив мы можем преобразовать в множество явно через toSet и сравнить множество. То есть сравнить множество означает полное соответствие всех элементов, которые в них есть. Но наличие элемента, помним, что это ссылка на некие объекты. То есть для множеств мы можем, естественно, добавить любой элемент, проверить, добавлен ли он или он там уже был. Мы можем склеить множество между собой, проверить, входит ли. То есть видим предикаты, вопросительные знаки отвечают нам, добавилось ли или уже было, входит ли, является ли одно множество под множеством другого, удален ли элемент и так далее. Опять же, полный набор методов смотрите в документации. Итак, подводя итог, в этой лекции я коротко рассказал об основных концепциях данного языка. То есть, к сожалению, я не показал, как использовать, как запускать программы на Ruby в виде кода. Об этом мы будем говорить во второй лекции. Но, тем не менее, вы можете воспользоваться интерактивными учебниками, интерактивными ресурсами, которые позволяют, например, Try Ruby открыть соответствующие веб-страницы и писать этот код. И примерно с теми же примерами, которые я показал, вы можете посмотреть, как они работают. Более подробно я буду это рассматривать на следующей лекции. Материалы, посвященные языку программирования Ruby, прежде всего это RubyLang, все то, что касается языка как такового и документации по нему, RubyDoc — отдельно документация, TryRuby, RubyMonk — отдельно интерактивные учебники, RubyGems — это
сайт с библиотеками. Большинство библиотек для Ruby, называются они gem. Ну, Ruby красный, gem — это кровь красного цвета. Это, естественно, Ruby Gems. Ну и читайте в том числе на русском языке. Из учебников есть у нас кафедральная методичка, которую, скорее всего, будем обновлять. Естественно, одна из первых книг Фултона «Программирование на Ruby». Ну и рекомендую книги, в том числе как в переводе, так и без перевода, которые более фундаментально рассмотрят то, как Ruby устроен внутри. Не на концептуальном уровне, а на уровне внутри. На этом я хотел бы лекцию закончить. Спасибо за внимание.